Фортепианное отделение сильно традициями. На протяжении нескольких десятилетий в течение учебного года юные пианисты дают сразу несколько концертов. Причем выступления начинаются практически с сентября. Очень важно, что вот в этот день у нас всегда очень много гостей, много интересных произведений. Дети играют с удовольствием, очень любят эту нашу традицию очередную. И много-много интересных произведений они сегодня представят вниманию слушателей. Ансамблевое музицирование – еще одна традиция. Кстати, появилась она по инициативе Нины Васильевны Шепелевой. Теперь в школе проходит даже конкурс по этому направлению. Причем дети играют не только вдвоем, но и тройками, и даже квартетом. Фортепианного отделения уверены, чем чаще ребенок выступает на сцене, тем меньше он волнуется и чувствует себя за роялем более уверенно. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».